«Дороги из солнечных панелей. Реальность наших дней». В одном из выпусков рубрики «Дыхание жизни» мы рассказывали о дорожном покрытии из переработанного пластика. Однако герои этого видео решили превратить дороги в настоящие генераторы электричества. Семейная пара из США Скотт и Жюли Бруссо разработали проект под названием Solar Roadways, идея которого состоит в том, чтобы заменить обычное асфальтовое покрытие на шоссе и пешеходных дорожках полотном из солнечных панелей, способных вырабатывать электроэнергию. Солнечная панель, напоминающая по форме соту, изготовлена из фотогальванических элементов, покрытых сверхпрочным текстурированным стеклом, которое может выдерживать экстремальные нагрузки и поддерживать стандартное сцепление шин. Разработчики проекта утверждают, что им удалось предусмотреть практически все необходимое для того, чтобы дорожное покрытие было максимально удобно для использования людьми. За счет встроенных в панели светодиодных лампочек обеспечивается подсветка дороги в ночное время. Генерируемая панелями электроэнергия может быть использована для подзарядки электромобилей. Благодаря подогреву в холодное время снег и гололед не страшны такому дорожному покрытию, а талая и дождевая вода стекают по системе отвода в специальные фильтры очистки для последующего использования в сельскохозяйственных целях. Есть система самоочистки от антифризов, масел и других загрязнителей, а также сигнальная система, предупреждающая о неисправности солнечного модуля. В дополнение ко всему, подземные соединительные туннели под таким покрытием могут использоваться для прокладки оптоволоконных каналов для интернет и других коммуникаций, которые смогут легко обслуживаться благодаря простому доступу. Разработчики отмечают экологичность производства, так как все панели сделаны из переработанного пластика и стекла. Солнечные дороги посредством выработки электроэнергии смогут окупать себя и покрывать все расходы на их содержание. У авторов проекта амбициозные планы по установке таких солнечных покрытий на всех дорогах США, чтобы в избытке обеспечить страну чистым источником электроэнергии и снизить выбросы парниковых газов на 75%. Приглашаем ученых и всех заинтересованных лиц к обсуждению возможностей технологии использования дорожного покрытия из солнечных панелей. Если вам известны другие технологии, способные помочь людям в изменяющейся климатической ситуации в мире, присылайте информацию о них на почту info@geocenter.info с пометкой для климат-контроля. Подробнее о климатических событиях в мире и решении климатических глобальных проблем читайте на сайтах geocenter.info, allatravesti.com и allatra-science.org, а также в докладе ученых AllatRa Science о проблемах и последствиях глобального изменения климата на Земле, эффективные пути решения данных проблем.